Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохара Панчакалпатаруашакипасиндубевача Патитананг Павани Бхавишнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунг Ланхайтакирим Яткипатамаханг Банди Парамананандамадам Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритто Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Йойо Мудире Санкитане Кришна Катхо Падеша Гаурия Патрасо Пракасанича Садану Ракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагопарайна Дейям Садапари Бхагнам Абиштадохам Титас Падам Сива Виранчанутам Саранья Битатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусати Чаранарвиндам Ятпад Паллаванака Чандамани Чатайя Беспорожье таки мы беговоду швадарши, урна нурагара сасагара сарамурти, сарадхикамай кадакивам каруш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Аддхита Гададхара Сивасати Гоура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддхайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Аджануламбита бхужоу канука бодату сангитаной кавитару камала ятакшо вишамбару дижабару жугадарма пало банде ягат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тавапад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Саданаранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тапам Бхагам Нараяна Прияманга Мадапарам Баранаси Гурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасва Падане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасясте Хиде Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Садаям, Хидаям, Ясу,
Vachah Satta Bhushitam Kayah Parahitam Yasso Kalihi Tasyo Karotikim Sadayam Hridayam Jasyo Vachah Satta Bhushitam Kayah Parahitam Yasso Kalihi Tasyo Karotikim Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru сказал Irrespective way absolute speech what is being delivered fearlessly Абсолютная речь, которая излагается бесстрашно даже спустя сотни жизней сотни юг. Найдется кто-то, кто сможет осознать абсолютную истину, эту абсолютную истину, до тех пор, пока литры, тонны крови не будут отданы глупцам, обычным людям, они не смогут понять абсолютную истину, которую вы пытаетесь донести до них. Годи Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру говорит, находясь на нейтральной платформе, говоря с нейтральной платформы, абсолютная истина, которая бесстрашно излагается спустя сотни жизней и даже юг, найдется тот, кто осознает ее. Осознанные личности этого общества, возвышенные личности этого общества, что говорить о преданных, какие-то социальные реформаторы и так далее, они становятся мишенью для нападок. Потому что обычные люди не понимают их настроение, не понимают их целей. Их уникальная честность делает их мишенью для нападок обычных людей. Те, кто нашли гармонию с Майя Деви, для них не остается никаких проблем. Но для тех, кто возвышенные, для возвышенных преданных, таких как Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад и так далее, они становятся мишенью для нападок. Вы можете вспомнить случаи, как в Навадвипе Гасаи, насколько жестоко они пытались напасть на Прабхупаду, кидая в него кирпичами и палками. Почему это произошло? Потому что Прабхупад говорил абсолютную истину. В наши дни ситуация такова, что мы не можем найти человека, хотя бы одного человека, который готов принять относительную правду. То есть речь идет не об абсолютной правде, а об относительной. Что есть хорошо, что есть плохо. В прежней лекции я говорил о опасном веке Кали. Сложно найти того, кто примет хотя бы относительную правду, что говорить об абсолютной истине. Прабхупад говорит, что проповедовать означает прославлять лотосные стопы Гурупада Падмы и всей Гуру Варги. Если я попытаюсь привлечь людей к своим стопам, к своим лотосным стопам, это не есть настоящая проповедь.
если я проповедую для того, чтобы привлечь людей к своим стопам, это не является проповедью. В настоящее время люди боятся подойти к политическим лидерам, к представителям полиции. Даже к саду боятся в нынешнее время подойти люди, потому что они знают, что те не помогут им, что у них только возрастут трудности. Подлинный саду, который может без эгоистических мотивов защищать вас, невероятно редок в этом мире. Год за годом, если вы будете слушать Харикатху, если вы будете наблюдать идеал поведения саду, если даже про вас будут говорить, что ваше поведение идеально, если у вас... То есть суть в том, что в любой момент ученик может бросить учителя в наш век, потому что ситуация очень грязная в наши дни. Не только это. Мы пытаемся... То есть поведение людей в наш век очень грязно. Тем не менее, мы не должны никому мстить. Мы должны терпеть. Я уже рассказывала о том, что Иисус Христос был готов столкнуться с любыми проблемами. Был готов вынести любые страдания для спасения людей. То есть, так или иначе, в наш век нет никаких гарантий, что сам Прабхупад говорит об этом, что даже тысячи лекций Харикатхи можно услышать, а затем ученик может подумать, нет, Прабхупад говорит, они подумают, что у меня нет никаких качеств и оставят меня. Несмотря на то, что я дал столько энергии, столько отдал им столько, но ученики, тем не менее, могут в любой момент предать гуру. Нет никаких гарантий, что ученик не предаст гуру. Не каждый может совершать харибаджан. Но в действительности каждый может совершать харибаджан, если человек лишен лицемерия. Как представителя Гуру Варги, моими обязанностями является направлять таких людей, кто пытается совершать баджан. Я не действую. Вы можете с одной стороны поместить тысячи отцов, с другой стороны поместить меня, и вы увидите, какая сторона тяжелее. Имеется в виду по количеству любви. Тем не менее, нет никакой гарантии, что ученик не бросит учителя, потому что аппаратхи очень могущественные, они оказывают большое влияние. То есть моя обязанность спасать вас, сохранять вас. Прежде всего, мы должны преодолеть любые материальные концепции. Это самое главное, это самое основное. Мы не можем сломать материальные концепции, не можем их превзойти, выбраться из них, и в этом проблема. Они скверняют наше сердце. И поэтому люди не могут повторить харинам, почитать вайшнавов, они лишь выискивают недостатки в них.
Они выискивают недостатки и затем нападают на гуру и вайшнавов. Они лишь выискивают повод, за который на них можно наброситься. Прабхупад говорит, для того, чтобы помочь преданному, то есть невероятно сложно помочь преданному взрастить веру в гуру и вайшнавов. Я понимаю, что я сейчас не говорю харикатху, я отдаю вам свою кровь. День и ночь. Это такое сложное задание помочь дживатме взрастить веру в гуру и вайшнавов. Но в то же самое время, при всем этом, кто-нибудь может сломать вашу веру, как кто-то из... То есть я уже говорила, что мы не имеем права никого судить. То есть все, что происходит с нами, происходит... То есть мы должны смотреть на все с точки зрения желание Анантадева. То есть, поэтому я всегда смотрю с трезвой головой на происходящее. И я не гневаюсь. Я никогда не гневаюсь. То есть, таково... То есть, возможно, я не сделала ничего хорошего для них, поэтому они выбросили меня из своей жизни и ушли. Возможно, для вас будет лучше, что вы присоединились к той группе и покинули меня. Прабхупад говорил, для того, чтобы преодолеть... То есть, имеется в виду, хари баджан, когда вы выходите за рамки истории и философии этого материального мира, то есть поток истории того, что происходило в материальном мире. Все это материальное знание. Поэтому мне абсолютно неинтересно, кто приходит ко мне, кто уходит. То есть кто-то говорит, если про меня говорит, что у меня очень плохое поведение, я счастлив, когда такое говорят. На самом деле мы день... за днем пьем яд. В таком случае, как мы можем понять Брихат Бхагаватамриту? Если люди не понимают подлинное положение гуру и вайшнавов, какие-то злые, если они находятся под влиянием какого-то злого какого-то злого источника информации, то есть и вы под его влиянием уходите, покидаете меня, я очень счастлив. Так будет лучше для вас. Прабхупад говорит, Прабхупад не является сахаджи. То есть сахаджи много философий могут рассказывать, но Прабхупад говорит, что когда он посылал подлинных проповедников, тех, кто обладал глубокой верой в Прабхупада и в Гаудия Гуру Варгу, они ездили на проповедь по наставлению Прабхупады. У них было могущество, чтобы проповедовать. И Прабхупад говорил, посмотрите, не говорите никакой глубокой философии, потому что посторонние люди, на самом деле, они должны ждать тысячи жизней, чтобы понять настоящую сварупу чистого бхакти. Это не их недостаток, это не их ошибка, что они выкинули меня из своей жизни. Это
Само собой разумеется, потому что иначе, то есть, как бы иначе люди поняли, что такое чистая бхакти. А когда нет тьмы, мы не можем понять значимость света. Не так просто осознать абсолютную истину. Я очень легко могу показать всем, что я являюсь преданным, но установиться в статва Сиддханте — это большая сложность, то есть это непросто. Прабхупад говорит, что необходимо ждать тысячи, тысячи жизней для того, чтобы понять настоящую сварупу чистого бхакти. Для того, чтобы защитить Гуру Варгу, если я кого-то оскорблю из представителей нашей Гуру Варги, того, кто служил Шриле Прабхупаде, это хорошо или плохо будет? Я никогда не хотел никого оскорблять. То есть у меня есть право... У меня есть право говорить чистую Сиддханту, и никто не может меня остановить в этом. Я не хочу ни с кем напрямую сражаться, но я хочу следовать наставлению Прабхупады и Бхактивинода Такуру, что пока вы на 100% не предадитесь лотосным стопам Прабхупады и Верховного Господа, вы не сможете говорить об абсолютной истине. Вы можете что-то запомнить, а потом рассказывать, но это не будет абсолютной истиной. То есть это не какая-то дешевка. Необходимо установиться в абсолютной истине. Люди могут убивать, желать убить вас. То есть сейчас есть духовная мафия, но... То есть Рамануджа Ачарью даже ядом пытались отравить. Тем не менее, он остался целым и невредимым. То есть злоумышленники... Завистники хотели убить его, но по милости Бхагавана Куреш решил проблему. Таким образом, обязанностью подлинного ученика является прославлять, защищать уникальное положение гуру и вайшнавов. Это и есть настоящая проповедь. Что могут понять глупцы? Они должны ждать тысячи, тысячи жизней, чтобы что-то понять. Но в действительности даже в этой жизни можно достичь успеха, если стать нишкапат, лишенными лицемерия. Даже, как я уже говорил выше, даже относительную правду люди не готовы принять. Они начинают давить на меня, говорить. То есть они пишут мне, что вы поддержка падших душ Запада. А в то же самое время кто-то говорит о том, что мне нельзя ко мне ходить, потому что я вне сампрадая. И я кричу, что да, я вне сампрадая. А вы в сампрадае, вы совершили так много служения Прабхупаде и Гуру Варге. Моя сампрадая — это Прабхупад, Бхактивинода Такур, Кешава Госвами Махарадж. Много-много раз я говорил. То есть я снимаю с себя обязанности. Если то есть у меня нет желания набирать учеников, накапливать деньги, положение. Прабхупад говорит, прежде всего, нужно освободиться от мирской истории и от мирских концепций, к которым вы привыкли. То есть, что вы привыкли считать хорошим, что плохим.
Это первое, что необходимо сделать. Порой, то есть, и мы на самом деле делаем две обе вещи одновременно. Порой мы совершаем харисеву, то есть пытаемся совершать харисеву, а с другой стороны мы привлекаемся майей. Много. То есть всякая мирская болтовня в интернете. Прабхупад говорит, что в детстве я выучил от своих родителей, если ты никому ничего не можешь делать. Если... То есть ты можешь никому не делать ничего хорошего, но ты не должен делать ничего плохого. Капля бхакти более ценна, чем миллионы долларов. Понимаете вы это или нет? С одной стороны, миллионы долларов, а с другой стороны, капля бхакти. И их нельзя сравнивать, потому что бхакти гораздо ценней. Порой некоторые... То есть я сейчас сижу на висасане, я не говорю никакой лжи. Порой я видел, что говорят, что время... Махараджи говорят, что время — это деньги. И вы, разве вы осознали это благодаря служению Садгуру? Время — деньги. Но Прабхупад говорит, что время — это жизнь. У нас нет времени сражаться, спорить с кем бы то ни было. Мы должны рассказывать харикатху, мы должны отвечать на... на неправильную человеческую деятельность. То есть время — это жизнь. Каждую секунду нашей жизни мы должны задействовать в хари-бхаджане. У нас нет лишнего времени. В настоящее время я постоянно думаю, что делать, а что нужно делать, а чего не нужно в настоящей ситуации. То есть по всему миру опускается темная завеса на абсолютную истину. Так или иначе, я должен покинуть этот материальный мир. Я не могу находиться здесь, поэтому я должен рассматривать каждый, все, что происходит со мной и вокруг с точки зрения Анантадева. Если вы хотите... То есть необходимо установиться в хари-бхаджане, если... Прабхупад говорит, что... Рассказывая историю про то, что человек, который заболел туберкулезом, хотел продолжать курить и в то же самое время пить молоко как лекарство, но ему не позволяли, и он за это гневался. То есть, прежде всего, необходимо определиться, что тот, кто что-то говорит, что он лишен лицемерия, что он нишкапат, и затем уже прислушиваться к его словам. Я никогда не думал о финансовом влиянии, о финансовом положении. Завтра я могу стать попрошайкой. Как прежде, какой я вел образ жизни, то есть у меня не было абсолютно денег. А, не, простите. То есть говорится о том, что прежде всего необходимо преодолеть все наши материальные концепции, материальную историю.
этого мира, и затем мы можем совершать баджан. В Гаудиаматхе не позволено курить и в то же самое время пить молоко. Имеется в виду заниматься чем-то недозволенным и в то же самое время пить лекарства от этого. Установленная истина. Тот, кто не может... То есть в Гаудиаматхе абсолютная истина установлена, и тот, кто не может стерпеть Прабхупаду, они уходят. Кто-то не делает баджан хари, кто-то не совершает баджан хари баджан, а они совершают баджан майя. Рабиндранат Тагор пишет. Если вы будете следовать Прабхупаде и Гуру Варге, если... То есть вы не должны идти назад, и вы должны идти только лишь вперед. Если кто-то будет вам способствовать в этом, если вам будут следовать, это хорошо. Но если вы будете один, вы также должны идти вперед, лишь вперед. У крошечной дживатмы так много ложного эго, так много эгоизма. Бесконечное количество, бесчисленное количество джив находится в этом материальном мире, но у них столько, каждой дживатме так много эгоизма. Так много эгоизма. Итак, самое главное, первое, что необходимо сделать, если мы хотим понять, то, о чем говорится в Брихат Бхагаватамрите, необходимо выполнить то, о чем говорит Прабхупад, самое первое. Необходимо освободиться от мирских концепций представления о том, что хорошо, а что плохо, и от мирской истории, от истории этого материального мира. Шлока, с которой я начал, очень важна. Тот, чье сердце всегда чисто, всегда мягко, и тот, кто, переживая, плачет за других, пытаясь сделать для них, принести им какое-то благо. То есть это можно применить и к филантропам, но тут речь идет о вайшнавах. Сердца тех, кто... Чьи сердца мягки, те, кто хотят принести благо окружающим. Что говорить о Харибаджане? Я... Известные, всемирно известные личности, не являются, они очень известны, но они не являются святыми. Но в настоящее время даже таких личностей сложно найти, что говорить о преданных. Преданный — это тот, кому поклоняется весь мир. Ему поклоняются даже полубоги. Даже полубоги не могут понять, настроение чистого вайшнава, Джагнатдас Бабаджи Махарадж, Горкишвардас Бабаджи Махарадж. Кто может понять их сокровенное настроение? То есть в наши дни даже какие-то по-настоящему выдающиеся личности редки, что говорить о чистых преданных. Когда чистый вайшнав покидает этот мир, мы плачем и повторяем слова Махапрабху. Махапрабху говорит Притхви Деви,
Харидас ушел. Это означает, что эта земля потеряла драгоценный камень. И невозможно заполнить эту утрату, возместить эту утрату. И нет никакого способа, с помощью которого мы сможем узнать, вайшнав это или не вайшнав. То есть имеется в виду, что вайшнав можно понять, является ли он подлинным по его поведению. То есть в наши дни даже просто выдающихся людей сложно найти. Что говорить о преданных? Чистый преданный настолько редок, как же мы можем ожидать, что весь мир сможет его понять? Все восстают против чистого преданного. Прабхупад говорит, что необходимо ждать тысячи рождений для того, чтобы познать, что такое настоящая сварупа бхакти, для того, чтобы познать чистого преданного и понять его деяния. То есть даже полубоги не могут понять чистого преданного, не могут распознать его. Все, что происходит, происходит на благо мне. Нет ничего того, что неблагоприятно для меня. Мы должны думать таким образом, видя негативные вещи, которые происходят с нами, в позитивном русле. И это есть Вайкунтха даршан. А видеть позитивные вещи в негативном свете — это есть майя даршан. Сердца чистых преданных очень мягкие. Они думают о благе всего мира. Они постоянно думают о том, как принести благо этим людям. Прабхупад часто говорил эти слова. Глупцы, демонические личности, для них Кришна Бхакти как сатана. То есть Кришна, имеется в виду, что Кришна Бхакти может изменить их сердца. И этому есть множество примеров в Пуранах. Даже дикие звери. То есть имеется в виду, что несмотря на падшее положение демонов, они изменятся с помощью бхакти. Как Нарада Муни изменил сердце охотника, а Харидас Такур изменил сердце проститутки Лакшахиры. Я могу привести много примеров этому. Но чистый преданный сможет помочь таким образом, если те, кому он помогает, нишкапат, лишены лицемерия. Прежде чем говорить о Сиддханте, о Брихат Бхагаватамрите, необходимо убрать все неправильные понимания, все грязные понимания из нашего сознания. Санатан Госвами говорит: «Харибхакти-шудха-панат, дехо-дойхи-кови-сути, те-сам-панчу-бхотик-дехо-пи-сачидану-нрупат».
Необходимо достичь этого уровня. Люди думают, что харикатха — это яд, поэтому они сторонятся ее. Итак, люди думают, что харикатха — это яд, потому что они не могут ее переварить. Они злятся, когда слышат харикатху. Санатан Госвами Пад говорит, постоянно необходимо слушать харикатху, амриту, нектар, Кришна Бхакти. И таким образом вы забудете о своем теле и обо всем, что связано с телом. И в таком случае жизнь увенчается успехом. Вы можете добиваться материального положения, денег и так далее, и завоевывать положение великого вайшнава. Но это просто использование Гурудева. В таком случае это не служение Гурудеву. Я могу прикоснуться к шалограмму и сказать, что те, кто служат Гурудеву по-настоящему, и те, кто не делают этого, они принимают служение от Гурудева, прикрываясь тем, что они якобы служат Гурудеву, в действительности они принимают служение от Гурудева. Они хотят, чтобы Гурудев служил им. Я никогда не хотел использовать моего Гурупада Падма для своих корыстных мотивов, корыстных целей. Итак, Санатан Госвами говорит, идите и пейте этот нектар харикатхи. Я никогда не хотел создавать никаких учеников. Я никогда не хотел ехать на Запад и проповедовать, чтобы зарабатывать, собирать деньги. Все небольшие деньги, которые приходят ко мне, я задействую в служении. Все деньги, которые приходят ко мне даже на служение Гомати, я использую для печати книг. Все, что я хочу, это рассказывать подлинную харикатху. У меня нет вражды ни с кем, у меня нет врагов. Не может быть никаких соревнований, никакого соперничества со мной, потому что я не настроен на это. Все, что я хочу, рассказывать харикатху. Если кто-то злится, это уже другой вопрос. Я лишь хочу опровергать то, что говорят те, кто хотят оскорблять гуру и вайшнавов. Я хочу заставить их замолчать так, чтобы они не смогли сказать, что бы то ни было больше ничего грязного против вайшнавов. Это мои обязанности. И я хочу, не останавливаясь, говорить, рассказывать харикатху. Я хочу сделать все таким образом, чтобы тот образец, который
То есть что, я хочу, чтобы харикатха была беспрерывной. Я хочу, чтобы у вас не осталось ни секунды свободного времени, чтобы говорить на мирские темы и думать об этом. Даже секунды. Я не хочу, чтобы вы даже секунду думали о материальных вещах и говорили на мирские темы. Я хочу запретить вам это делать. Я хочу вовлечь вместо этого, я хочу вовлечь вас в служение. Не ходите тут и там, вы потеряетесь. Даже долю секунды, если я не занимаюсь служением, если всего на секунду я прекращаю свое служение, в этот короткий временной отрезок Майя может напасть на меня. Такое происходило с величайшими, с известными проповедниками, потому что они не хотели по-настоящему следовать Прабхупаду, а следовали своему беспокойному уму. Когда вы постоянно будете слушать харикатху, вы автоматически забудете обо всем, что вас окружает, о своем теле, о том, что происходит. И что же произойдет тогда? Эти уникальные преданные, которые забыли о материальной самсаре, которые хотят забыть о том, что происходит вокруг, несмотря на то, что мы видим, что внешнее их тело состоит из пяти материальных элементов, тем не менее, апракрита шарир, трансцендентное тело, проявится в них. Тело их уже сачитананда. Санатан Госвами пишет об этом. Они уже обретают сачитананда сваруп, еще находясь в этом мире. Кали может стараться чинить нам препятствия. Я уже говорил об этом на Акшая-третью. Вы знаете, что Парикшит Махарадж позволил Кали занять четыре места, то есть определенные места в этом мире. Но именно этим мы и занимаемся. Имеется в виду, что мы привязаны к этим четырем местам, где находится Кали. Мы... Итак, мы заняты как раз этими четырьмя вещами, теми, где находится Кали. Мы, то есть, у меня много, то есть, у меня есть какие-то деньги, я даю это каким-то бизнесменам, что, и, то есть, делаю какие-то инвестиции для того, чтобы заработать на этом. Еще деньги — это тоже один из видов запрещенной деятельности. Пан — это также интоксикация. А мы опьянены пратиштхой, желанием славы. Пан —
Если материалисты, которые убивают и едят куриц, собак, то есть совершают такие жестокие дела, это считается химсой. Но Прабхупад говорит, что гораздо более опасным, когда кто-то на духовном пути не позволяет дживатме следовать по подлинному пути бхакти, то есть обманывает, дает неправильные наставления. Я знаю, что то есть, если я знаю, что кто-то дает неправильные и ложные наставления невинным дживам, и я протестую им, в этом случае это является милостью, является благим делом. Прабхупад говорит, что это гораздо более опасно, чем химса как таковая. То есть там речь шла о том, что совершается химса по отношению к материальному телу, то есть на физическом плане. То есть если кто-то убивает твое тело материальное, физическое, это считается джива химсой, но это не настолько важно, говорит Прабхупад, как если кто-то совершает химсу по отношению к дживатме, по отношению к душе. Когда дживатма следует кому-то и следует по подлинному пути, а я запрещаю ему это делать, или я даю ему неправильные советы, чтобы он оставил этот путь, в таком случае это называется дживахимса. И в униформе саньяси, в ложных одеждах саньяси, переодевшись в одежду саньяси, такие личности совершают джива химсу, дживатма химсу. Прабхупад сравнивает материальную пратиштху с испражнениями и мочой. То есть я не должен сбивать с пути дживу, которая следует по подлинному пути Бхактивинода Дары. И в таком случае все идут в ад, те, кто делает это, и те, кто сбиты с толку. Несмотря на то, что мы можем думать, что Кешава Госвами Махарадж материален, то есть мы... Мы привыкли слушать ложь, ложную харикатху. Тот, чье сердце велико, мягко, они думают о том, как принести благо всему обществу. Но Прабхупад говорит, что в нынешний век, в нынешнее время я не могу сделать ничего хорошего обществу, обществу преданных. Я лишь делаю, приношу зло, вред. Я не могу сделать ничего хорошего, но что-то плохое я могу сделать.
Баладжи Махарадж говорит Дурьотхане. То есть те, чьи сердца мягкие, они хотят сделать благо обществу, принести благо обществу. В настоящее же время ситуация такова, если вы являетесь какой-то значимой личностью, значимой для Индии личности, всегда найдутся какие-то противники, которые хотят вас уничтожить. То есть, если какая-то значимая личность, такой как президент Индии или премьер-министр Бенгалии, перейдет мне дорогу, я буду критиковать его. Нет никакого этикета, никаких моральных норм поведения. Те, чья речь полна правды, всегда. То есть, что бы они ни говорили, они всегда говорят истину, правду. Наше тело предназначено, ум, речь, все это предназначено для служения парахитам. То есть, об этом говорит Нитья Шастра. Тело. Должно быть, то есть наше тело вовлечено в служение окружающим. Если наше ум, тело и речь задействованы в служении, то есть эта шлока из Нити Шастры, как бы главный принц, главные советы для жизни, она одна из них. То есть и в таком случае, что Кали? Майя Деви советует им, дает им советы, и они следуют ей. И если я получаю советы свыше, то я понимаю, итак, если наше тело посвящено служению стране и соотечественников, это тоже хорошо. То есть там присутствует какая-то духовность, небольшая, но так или иначе, это лучше, чем... то есть в этом есть какой-то эгоизм, я думаю, я сосредоточен на моем обществе. Но какие в действительности у вас отношения с этим обществом? Вы являетесь членом этого общества в настоящий момент. Но какова цель Гуру Пада Падмы? Каковы его идеалы? Каковы были идеалы Госвами? Обусловленные души всегда смотрят наружу, всегда смотрят во внешний мир, чтобы выискивать ошибки. Прабхупад говорит, такова природа обусловленной дживы. Выискивать ошибки в окружающих. И они не видят проблем в себе, не видят недостатков в других. Мы можем принимать какое-то духовное общество как духовное, но Гуру Варга дает им определение, что это никакое не духовное. Санта Госвами Махарадж говорил, что это за организация, вы не получите никакого духовного блага.
находясь в ней. Те, кто посвящают свою жизнь за своей родине, это тоже хорошо. То есть, так или иначе, это заслуживает почтения. Но мы ищем собственные выгоды, готовы убивать других ради корыстной выгоды, ради самих себя. Каждый должен... Все мы должны думать о всем, о целом сообществе Гаудия Вайшнавов, но мы сосредоточены на собственной выгоде, на корыстных интересах. Как вы помните, когда я рассказывала о славе Вриндавана, прежде чем мы сможем войти во Вриндаван, все грязные вещи из нашего сердца должны быть стерты. Мы не сможем достичь духовных высот, духовного неба, духовного пространства, пока... Даже имперсонального сияния мы не сможем достичь. Если мы не избавимся от этой грязи. Никогда нет такого момента, то есть уже поздно на самом деле нам, но никогда не поздно, никогда не слишком поздно. То есть так или иначе мы должны теплить надежду. Все наши... То есть прежде... Мы двигались, мы были привязаны к материальным вещам, настроены на них, но теперь мы должны поменять свой фокус. Прабхупад говорит, что тысячи жизней необходимо для того, чтобы просто понять, что такое настоящая бхакти. Признаком чистого преданного является, что он может распознать, немедленно распознать, кто есть кто, осознать, в смысле понять, что человек говорит правду или ложь. Говорит он, руководствуясь своим умом или тем, что говорят Гуру Варга. Они немедленно могут определить, что это не чистая бхакти, что это не бхакти, что это ложь. Весь мир может быть одурачен, но Прабхупад никогда не может быть обманут. Для того, чтобы войти во Вриндаван, необходимо ждать и наблюдать, слушать, что говорит Прабхупад, что говорит представитель нашей Гуру Варги. Необходимо слушать, внимать этому. Необходимо предаться лотосным стопам чистого преданного. Даже если в вашей в жизни нет гуру, или если у вас сложный гуру, вы должны найти совершенного гуру. Если вы не встретились с садгуру, если в вашей жизни нет садгуру, невозможно достичь Вайкунтха Дхамы. Невозможно войти на Галокадхаму. Я знаю, что это колоссальная работа для вас, колоссальная трудность прийти к лотосным стопам чистого преданного, потому что чистый преданный никогда не идет на компромисс с майей. Но мы хотим бхакти, смешанного с майей.
Но чистый преданный не может дать вам такого. И поэтому вы вынуждены отсоединяться от чистого преданного, создавая свое собственное сообщество или свой собственный круг общения. Итак, прежде чем войти во Вриндаван, сколько крови, сколько самопредания необходимо отдать, то есть сколько крови необходимо отдать за это, вы даже не представляете себе. Поэтому я говорю так много раз. Если вы думаете, что вы гопи, как вам кто-то мог рассказать об этом, то есть... То есть это не так дешево, как порой сейчас это происходит. Высочайшее, самое дорогое место Кришны — это Вриндаван. Бхагаван находится на Вайкунтхе, Бхагаван находится в сердцах преданных — это так. Но Вриндаван — это то самое место, где Кришна играет на флейте, заботится о коровах, о гамате, играет с Браджаваси, с мальчиками, пастушками и гопи, совершает расалилу. Там находится Ямуна, Гирирадж, Гавардхан. Все, все там. Прекрасное, вечно, вечно украшенное, вечно прекрасное. Однажды возник спор. Он заключался в том, что из всех тирт хотели провозгласить, какая самая главная. И они хотели сделать ее, сказать, что Прояг самый главный. И стали проводить Абхишеку Прояг Раджу. Но в действительности все паломники... То есть Вриндаван, как я уже говорила, находится в сердце Матхуры. И совершили паломничество в Прояге, но во Вриндаван никто не пришел. Никто не пришел поклониться Вриндавану, Матхуре. И все тиртхи приняли решение. То есть То есть все тиртхи стали жаловаться Бхагавану. Как это так? Все люди поклоняются всем тиртхам, но Мадхура Мандали не поклоняются. И Бхагаван сказал: «Что вы такое говорите, глупцы? Это моя родина, Вриндаван — это моя родина. Никогда нельзя его невозможно сравнить с какой-то другой тиртхой. То есть он несравним. Как можно сравнить Матхуру с Аллахабадом или с чем бы то ни было еще? Что говорить о всех лилах, которые происходили там? Я уже... То есть, если просто взять во внимание то, что Кришна явился там, родился там, он родился в Матхуре, и поэтому она... Превосходно, она совершенна, ее невозможно сравнивать с какой-то другой тиртхой. Здесь приводится полное описание Вриндавана. Я бы хотела прочесть это вам, но вы не понимаете санскрит. Павлины. Все испытывают влечение к Кришне.
Натавара, то есть тот, кто самый выдающийся среди всех героев, среди выдающихся. Особый сорт цветов. Кришна помещает себе за ухо, и это показывает на то, что у него сейчас игривое настроение. Он юн. И он иногда он за правое ухо закладывает цветок, иногда за левое. Как солнце восходит на востоке, когда оно восходит, это цвет расплавленного золота, и такого цвета одежды Кришны. И одна сокровенная философия сокрыта в этом. Когда-нибудь мы поговорим об этом. Там говорится о Брахме. Здесь описывается сокровенная бхава Брахмы, одного из наших предшествующих гуру. Вишвана Чакраварти дает указание, Брахма дает указание, что твой цвет — цвет золота. И этот золотой цвет — это цвет тела Шримати Радхарани. Одевая такие одежды, ты говоришь, желтые одежды, ты говоришь о том, что Радхарани с тобой, потому что все это чинмоя, одежда, флейта, корона, цветы, все это, даже пыль во Вриндаване. Поэтому наш Удхава Махарадж говорит. Все шрути и смрити ищут лотосных стоп Кришны. Они ищут пыль с лотосных стоп гопи. Я хочу родиться во Вриндаване в форме травы и растений, так, чтобы когда гопи идут, я получал пылинки с их стоп. С лотосных стоп гопи. Рену означает единственное число, то есть пылинку с лотосных стоп. То есть он не говорит ренаваха во множественном числе, он говорит в единственном. Одна единственная пылинка более цена, чем бесконечные материальные миры. Одна пылинка с Галоки Вриндавана. Бесконечный духовный мир — то есть материальный мир можно сравнить с пылинкой, то есть как можем проанализировать свой процесс баджани, мы должны подумать, вновь и вновь думать. То есть в настоящий момент люди заняты материальными вещами, у них нет никакого представления об этом, но надо понимать, что пылинка во Вриндаване гораздо более ценна, чем бесконечные материальные меры.
Брахма говорит, указывает, что твои золотые одежды указывают на то, что Радхарани находится в единении с тобой. То есть ты — это объединенная форма Радхарани и Кришны. Когда бы я ни видел, я вижу твои золотые одежды, и я сразу же вспоминаю о Радхарани. Потому что без Радхарани ты никогда не бываешь без Радхарани, ты всегда вместе с ней. Порой мы видим, что ты без нее, но в действительности Антаранга Шакти, Сваруп Шакти, Хладини Шакти, сам вид всегда с тобой. Все они всегда, постоянно с тобой. Это сливки знания, то есть они всегда с тобой. Итак, Брахма говорит это. Сейчас я буду цитировать из Вену Гиты. Днем вы Радхарани не вместе с Кришной, порой она на Кусума Сароваре, то есть порой они встречаются на Кусума Сароваре и других местах, но они не находятся целый день вместе. Каждая лила вечна. Возможно, завтра я смогу коснуться этого вопроса. Как минимум, вы получите какое-то представление, что такое мантра упасана, лила упасана. Завтра я хочу поговорить об этом важном моменте. На одеждах, на груди Кришны, на шее Кришны, Кастубха Мани, то есть драгоценный камень на груди Кришны, вечно пребывать там. Между тем, я хочу сказать о том, что такое Ваджаянти Мала. Это особое... Ваджаянти Мала — это своеобразная мала, и когда она уже сделана, имеется в виду, она сделана из пяти видов очень ароматных цветов. Пять различных цветов. Пять различных сортов цветов. Когда вы увидите различные цветы в гирлянде, будьте уверены, что... То есть разноцветные гирлянды с пятью разными видами цветов — это Ваджаянти Мала. Но это не какой-то инертный предмет. Я говорила о Венугите, как гопи. Говорят, как это возможно? Сухой бамбук, ствол бамбука, насколько он удачлив, что постоянно целует лотосные уста, лотосные губы Бхагавана. Речь идет о флейте. То есть какой-то сухой бамбук настолько удачлив,
из любовной ревности гопи говорят эти слова. Они говорят, насколько удачливый этот бамбук в форме флейты, что постоянно он целует лотосные уста Кришны и пьет нектар лотосных уст Кришны. Он настолько удачлив, а мы неудачные. Мы не получили такой удачи. Кришна, играя на флейте, и дырочки, которые находятся на флейте, необходимо закрывать для того, чтобы получалась мелодия. Закрывать пальцами. То есть необходимо играть пальцами, то есть закрывать ту или иную дырочку. И прекрасные звуки сходят из этой флейты. Духовные вибрации. Когда Бхагаван играет на флейте, он дарует наслаждение всем Браджаваси, особенно мальчикам-пастушкам и еще в большей особенности гопи, потому что гопи знают внутреннее значение мелодии. Звука мелодии Кришны, которая исходит из флейты. Моя мама, папа, друзья, я всех вас прошу, почему вы рискуете своей жизнью? Вам придется рождаться бесконечное количество раз. Почему? Почему вы берете на себя этот риск? Риск быть рожденным вновь и вновь, бесконечное количество раз. Очень легко вы можете достичь успеха в этой жизни. Но почему? Почему вы идете на такие риски быть рожденным тысячи и тысячи раз? Я прошу вас всех, папа, мой папа, мама, братья, сестры, дочери. То есть я обращаюсь к вам, как к своим матерям, к своим отцам. Я говорю вам, вы можете получить милость Прабхупады, Бхактивинода Тхакура. Почему так много духов... То есть сколько вы уже получили милости Бхактивинода Тхакура и Прабхупады? И сколько духовной энергии приходит в вашу жизнь? Почему бы вам не пить эту духовную энергию Харикатхи? Вриндаван несравненен, он превосходен. У нас даже нет слов, чтобы прославить его. Сам Вриндаван может лишь прославить себя. То есть у нас нет слов, чтобы мы должным образом могли воспеть его славу. У нас просто нет возможностей. Шукадев Госвами создал картину Вриндавана, и, то есть это совершенно описание. Как Кришна идет утром пасти коров вместе с мальчиками, пастушками, с коровами, телятами. Кришна идет в поля
в 9, 9.30, в 10 часов. И он возвращается в 4 часа. Все игры уже завершены, совершены. И тогда Кришна бежит вместе с мальчиками, пастушками, коровами. Бежит по переполненной энергии, любви. Все они бегут, выражая тем самым любовную среду Вриндавана. Все бегут, все бегут. Их тела в пыли. Потому что пыль Вриндавана в действительности является украшением, как пудра. Они умощают лицо, тело этой пылью. Кришна дарует совершенное наслаждение всем. Кришна возвращается из Вриндавана. То есть это прекрасная картина, описанная Шукадевом Госвами. А гопи украдкой смотрят на лицо Кришны. Находясь в обществе других браджаваси, они стесняются посмотреть на него открыто. Таким образом, я не достиг успеха, полного успеха в описании Вриндавана, но я уже начал описывать Ямуну, но я должен вновь вернуться к описанию Вриндавана. На Вайкунхе, в Гокуле Мадхуре, в Двараке нет никакой спешки. Простите, расы. Там есть другого рода лилы, но раса лила, возможно, лишь с Шримати Радхарани. Я могу описать тысячи шатакоти, сотни тысяч гопи могут принимать участие в раса-лиле, но Радхарани — главное звено. Я хочу напомнить вам, что Кришна покинул танец раса, и когда Радхарани покинула его, вся раса лила прекратилась, она не могла больше продолжаться. Потому что Радхарани та, с помощью кого Кришна может совершать расалилу без Радхарани. То есть Радхарани — главное звено. Сотни сотен шатакоти, сотни тысяч копи могут принимать участие в расалиле. Тем не менее, если нет Радхарани, все это бесполезно.
Наш Мадан Мохан Кришна очарован. Я уже много шлок говорил об этом. Когда Кришна вместе с Радхарани, тогда и только тогда его можно назвать Мадан Мохан. Он сломлен Апракрита Камой, влиянием Апракрита Камы. Трансцендентного влечения Апракрита Према. Много шлок я могу привести в отношении этого. Возможно, завтра я продолжу. Это очень интересно. Если Радхарани внезапно предстает перед Кришной, он флейта выпадает из его рук. Прежде много раз я уже говорила об этой шлоке. Она замечательна. Кришна теряет терпение. Он становится сумасшедшим, глядя на Радхарани, если она внезапно появляется в поле зрения Кришны. Сразу же флейта выпадает из его рук. Он теряет сознание. Пот, испарина выступает. Все тело начинает трястись. Это очень сокровенные вещи. Также я не мог подробно говорить о Вриндаване, потому что, сколько бы я ни сказал, мне кажется, что этого недостаточно. В следующий раз я должен говорить о Ямуне. Следующий стих говорит о Ямуне. Я говорила Ямуне. Ямуна совершенна. И Ганга очень возвышена, то есть очень удачлива. И в шастрах даже сказано, что в форме воды Ганги сам Джанардан, то есть в форме вод Ганги, Джанардан принимает форму вод Ганги, а Ямуна — дочь Сурья Дева, Сурья Бхагавана. Она сестра Ямараджи. Она очень удачлива, потому что она дружит с Мадхурой. У нее очень замечательная дружба с Мадхурой. Я уже говорила о том, что простое соприкосновение с Мадхурой очень важно. Какой-то незначительный контакт, какое-то незначительное соприкосновение, какие-то незначительные отношения с Мадхурой могут даровать вам совершенство, могут даровать вам совершенный успех. Мадхура — это та
область, где Кришна совершает свои игры. Кришна, преисполненный игривого настроения, постоянно играет во Вриндаване, в Матхуре, постоянно. А Ямуна в тесном контакте с Матхурой. И Джива Госвами говорит о совершенстве Ямуны. Мы не можем сравнивать Ямуну с чем бы то ни было. И Ямуна превосходит славу Ганги, даже Ганги. Есть один киртан, написанный нашей Гуру Варгой. То есть из этого киртана мы можем извлечь замечательную информацию, замечательное повествование. Гуру Варга всегда воспевает совершенную славу Вриндавана. Это замечательный киртан. Вы можете найти его в книге, в песенке. Там говорится о Кеши Гате. Ямуна созерцает все лилы Кришны. Она получает уникальную милость, потому что постоянно различные лилы происходят на ее берегах. Даже в детстве, в юности Кришна совершал там лилы. В песенке вы найдете этот киртан. Если вы хотите обрести совершенную милость, совершенную крипу Кришны, вы должны послушать один совет. Материалисты не должны ходить на берег Ямуны, на Кешигат. Потому что там они увидят прекрасный образ Кришны, как Кришна играет там на флейте. И тогда они забудут о своей семье. Поэтому лучше им туда не ходить. Если вы хотите дружить с Кришной, в таком случае вы можете. То есть материалисты... То есть тут говорится специально, то есть это своего рода шутка, то есть подшучивание, что если вы хотите получить материальные наслаждения, вы не должны ходить на Кешигат, потому что там вы встретитесь с Кришной и забудете о материальных наслаждениях. Как Раскан. Это одна замечательная история. Завтра я в деталях ее расскажу. Он... Он стал спорить с одним из своих друзей, когда он был в... То есть он должен был выбрать как путь с Дели до Агры. А, то есть они вдвоем ехали, один хотел по прямой дороге поехать в Агру. А другой, по имени Раскан, хотел посетить Вриндаван. Он сказал, я хочу заехать туда, и я хочу узнать, что за волшебство сокрыто там. И он был очень удачлив и встретился там с замечательным преданным. Он увидел
удивительный образ Вриндавана, и он был полностью очарован. Так, как будто бы какая-то магия на него была напущена. То есть он начал жить во Вриндаване и забыл обо всех своих обязанностях. Он поехал туда по делам, в Агру. То есть у него был маршрут Дели-Агра, но по пути все-таки он заехал во Вриндаван и забыл обо всем. И до сих пор в учебных заведениях, во всех институтах изучают эту историю. Когда я жил в Гокуле, я часто посещал Самадхи Раскана. То есть он был мусульманином. Тем не менее, он получил милость вайшнавов и многое написал. То есть он, у него было много сознаний, и он писал, оставил их в писаниях. Возможно, какие-то обычные люди, как говорит Прабхупада, должны ждать как минимум тысячи жизней, чтобы понять, что такое чистая бхакти. Потому что у них ложное эго, они не могут осознать, не могут переварить абсолютную истину и начинают спорить. Итак, Ямуна совершенно. Есть три места совершения Расалила. Одна на Говардхане, одно в Расауле, одно на Ямуне, на берегу Ямуны. То есть это три места проведения Расалилы. Ямуна необычайно удачлива. Она наблюдает, созерцает все лилы. Порой Кришна играет в ее водах. Итак, Ямуна самая-самая удачливая. Мы не можем сравнить ее с кем бы то, с чем бы то ни было. Таким образом, Ганга не зашла из горшка с водой Брамы. Также сказал, как я уже сказал, сам Джанардан Бхагаван принимает форму вод Ганги. Это сказано в шастрах, об этом говорит Джива Госвами. Шридхар Свамипад говорит, что мы не можем сравнить ее ни с чем. Суратхуни Ганга самая возвышенная. Тем не менее, даже с Гангой нельзя сравнить Ямуну. Садашив Бхагаван говорит с полным сожалением, говорит, о, мой Господь! Люди настолько неудачливы, что они... Люди, Бриджавасин, настолько удачливы, что они могут пить воды Ганги с того места, где Кришна совершал свои игры. Простите, воды Ямуны. Uh,
Простите, люди настолько неудачливы, что они не могут пить Ямуну, где Кришна совершал свои игры, потому что в нынешнее время воды Ямуны загрязняют. И очень скоро она скроется с нашего поля зрения. Я был в Ямунотре, в Ганготре, там вверху в горах. Я знаю, где истоки Ямуны. Я знаю, насколько прекрасны, насколько чисты ее воды в истоках. Как подобно к кристаллам. Кристально чистая вода. Вода Ганги не так чиста, она смешана с глиной, но Ямуна, она подобна кристаллу. Она кристально чистая. Вы сможете увидеть дно. Вы увидите все дно, там камни, все, что на дне. Итак, Садашив Бхагаван выражает свое восхищение. Очень скоро, по милости Бхагавана, то есть очень скоро, по милости Бхагавана, все грязное, все загрязнение будет уничтожено. То есть имеется в виду, что прекратят загрязнять Ямуну, и потоки Ямуны, как она в истоках, дойдут прямо до Вриндавана. И мы увидим ее в первозданном виде. Я говорил, о Говардхане также. Гопи дали один титул, присвоили один титул Говардхану. Говардхано джаяти си, Говардхано джаяти, Говардхано джаяти саиля куло. Говардхано джаяти сайло куладхираджа. Говардхано джаяти сайло куладхираджа. Джо гопика бхирудито харидаса варья. Кришнена шакро макху бханга критарчита джа. Саптахам ашо каро падмо тале опи авасит. Барха пиро натоварабху карнайо карникарам Бидда-дабаса-кануга-купи-самбай-жаян-тинчамалам Рандхана-вена-радара-судая Пурайана-гопа-биндай Биндараннам-сападараманам Правишад-го-гита-кирти Правишад-гита-кирти Ванча-калпатарусчаки-пасинд-бевача Патитананг-бабу-нубовишна-бьё-намон.